Дамы и господа, на сцене самый интеллигентный представитель бардовского движения Уфы, тонко чувствующий поэзию и бережно относящийся к традициям жанра, Анатолий Полянин, город Уфа. Добрый вечер. Сегодня у нас большая теплая атмосфера, большой хороший теплый зал, и все это мне напоминает большое застолье. Поэтому стихи Роберта Бёрнса, песня «Застольная». У женщин нрав порой лукав и прихотлив и прочее, но тот, в ком есть отвага, честь, их верный раб и прочее, и прочее, и прочее, и все такое прочее. Одну из тех, кто лучше всех себе в подруге прочу я. Ла-л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 а
лай-лай-лай-лай-лай. На свете чту я красоту, красавец всех и прочие. От них отпасть, презреть их власть, позор и грех и прочее, и прочее, и прочее, и все такое прочее. Одну из тех, кто лучше всех, себе в подруги прочу я. Но есть одна, она добра, мила и прочее. И чья вина, что мне она куда милей, чем прочее вместе, и прочее, и все такое прочее. Одну из тех, кто лучше всех, себе в подруги прочу я. Ла-л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 а-